В Доме культуры поселка Афипский прошла открытая сессия совета. Исполняющая обязанности главы поселения Юлия Вакуленко отчиталась о проделанной в 2022 году работе. В зале присутствовал глава района Андрей Дорошевский, депутаты, представители общественных организаций и местные жители. Поселение, расположенное вблизи краевой столицы, растет и динамично развивается. Строятся многоквартирные дома, детские площадки и скверы, улучшаются дороги и тротуары. В рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды в поселке благоустроили центральный парк. Уложили пешеходные беговые дорожки, обустроили зоны отдыха, площадки, озеленили территорию. Большое внимание уделялось благоустройству и наведению санитарного порядка. Велась активная работа по расселению граждан из аварийных домов. Юлия Вакуленко рассказала, что в текущем году полностью переселят жителей еще 5 многоэтажек. Сделано очень много для того, чтобы наш поселок стал краше, а жизнь людей комфортнее и благоустроеннее. Но на этом мы не останавливаемся, продолжаем работать дальше. После доклада пришедшие на сессию люди задали свои вопросы, касались они разных сфер жизни. О планах решения одной из главных проблем растущего поселения – острой нехватки мест в детских садах и школах – рассказал глава района Андрей Дорошевский. Помимо уже строящегося здания блока начального образования Афипского лицея на 400 мест, приступят к проектированию еще ряда социальных объектов. Приступаем к проектированию детского сада. Мало того, еще администрация Афипского городского поселения, по моему поручению, еще в том году было дано поручение – сформировать, выделить земельные участки для строительства и проектирования детских садов и школ. В настоящее время таких участков подобрано 4 участка. И ведется подбор и формирование еще одного большого участка для проектирования школы. Мы так хотим, чтобы большая была школа от где-то 1100 мест.